меня получится? Нет, так меня в шоу иллюзионистов точно не возьмут. Сэмми, ты чем занят? Я учусь метать карты. Смотри. Покажи, как это делать. У меня не получается. Ну, если я потренируюсь... Сью, то ты тоже не умеешь. А я думал, ты все можешь. Ладно, Сэм. Я сейчас сделаю такую штуку, которая будет метать карты лучше любого фокусника. Не умею я. Ну, надо же. Сью, я же пошутил. Не обижайся. Сью, я тебе помогу. Ребята, привет. Сегодня мы сделаем карточный бластер, который будет метать игральные карты. Итак... Ой, Сэм! Что это за агрессивная реклама? Сью, прости. Я все еще не теряю надежды стать фокусником. Тренируюсь. Поверь, через пару часов ты забудешь об этом, потому что не сможешь оторваться от нашего устройства. Вызов принят. Итак, ребята, начнем мы с основного механизма нашего картонного бластера. Давай назовем его «Рука фокусника». Ого, звучит классно! Я уже обрезала три палочки от эскимо, чтобы сделать держатель для наших карт. Прикрепляем одну палочку вот так. Затем приклеим вторую палочку к другому концу. Сделаешь такую же заготовку, ладно? Конечно! Это похоже на вертикальные ворота. Будем класть в них карты? Угу. А я пока приклею к нашим воротам еще одну палочку. Обратите внимание, что мы приклеиваем ее с обратной стороны. Хоп! Вот, держи! Размер миллиметр к миллиметру, как у тебя. Спасибо, Сэмми! Давай приклеим твою непревзойденную копию вот сюда. Теперь добавим механизм движения карты. Вставим еще одну палочку вот сюда. Осторожно! Отлично! Добавим немного клея. Что это за две маленькие деревянные короны? Сэмми, спасибо, что ты их принес. Мы приклеим их сюда. Скоро ты поймешь, зачем. Просто наберись терпения. Кстати, Сью, я тут немного поизучал. Ты знаешь, кто такой Рик Джей? Нет, кто это? Это известный картометатель. Он изобрел бросок в стиле фрисби, когда карта летит быстро и точно. Что ж, попробуем его превзойти. Механизм движения карты уже почти готов. Давайте напоследок приклеим 3-сантиметровые палочки к основе. А еще есть разные виды захватов карты. При броске она должна как можно сильнее закручиваться. По-моему, Сэмми чудесный рассказчик. Поставьте лайк, если вы со мной согласны. А мы пока добавим немного клея и приклеим резинки к деревянным держателям. Работать при броске должна только кисть, а указательный палец должен оставаться на углу карты. Хорошо, Сэмми. Меня радует твое глубокое изучение вопроса, но что-то ты сильно отвлекся. Подай мне резинки, пожалуйста. Да это я просто замечтался. Прости. Я могла бы тебе отомстить и кинуть в тебя резинкой, но я хорошая. Точно, точно. Самая лучшая. Ну что, зарядим карту и посмотрим на механизм в действии. Да это круче техники фрисби! Еще бы! Смотри, эту палочку мы прикрепим вот сюда, как тетиву лука. Так, а зачем посередине вырез? Сейчас увидишь, мы почти закончили. Сэмми, смотри, на этих двух деталях я отметила карандашом то, что нужно отрезать резаком. Справишься? Еще бы! Ты обратилась по адресу. А я пока склею две эти маленькие детальки. Они 3,5 сантиметра в длину. Так. Готово. К вашим услугам. Как быстро. Ты их еще и склеил. Ну, чтобы метать карты, нужно быть очень ловким. Точно. Или ты можешь сделать прибор, который будет метать карты за тебя. Давай нанесем клей на деталь, которую я подготовила. Познакомьтесь с нашим будущим курком. Вот так. Отлично! Теперь аккуратно просверливаем маленькую дырочку на пересечении палочек. Ребята, попросите взрослых, чтобы они помогли вам. Так вот, зачем нам нужен был этот вырез на середине палочки. Теперь можно соединить обе конструкции вместе. Кстати, мороженое от одной из этих палочек еще не съедено. Отлучусь-ка я на минутку.
Итак, ребята, переходим к изготовлению корпуса нашего карточного бластера. На листе картона я уже разметила 3 прямоугольника. Они будут основой нашего бластера. Сью, извини, но мы размечаем бластер или шахматную доску? Сэмми, это только основа. А теперь берем карандаш. И в третьем прямоугольнике рисуем рукоять. Вот так. О, теперь больше похоже на бластер. А когда ты поработаешь резаком, будет совсем похоже. Намек понял. Резак ко мне. Думаю, что так будет быстрее. Опять поделки перепутал. Тем временем приклею маленькие детали к нашей конструкции. Вот. Теперь они на одном уровне с другими крепежами. Красота симметрии. И добавим еще немного клея. Хоп! Готово. Сделал две, чтобы картон плотнее был. Отлично. Пора приклеить наш механизм. Вот так. Отлично. Прикладываем курок сюда. Так, нам нужно сделать отметку, чтобы проделать дырочку в картоне. Сью, Флаффи сгрыз ручку, но я сохранил стержень. Отлично, спасибо, Сэмми. Даже такие вещи могут оказаться полезными, как в нашем случае, например. А теперь проделаем дырочку заостренной палочкой. Вот так. Отлично. На второй форме тоже надо сделать. Не зря же я старался. Ты прав, Сэмми. Вот так. Теперь приклеим наш курок. А держатель идет сюда. Вот. После нажатия вылетит карта. Осталось запастись резинками. Тетива как в луке, резинки как в рогатке. Интересный бластер у нас получается. Конечно, ведь физика везде одинаковая. Вот тебе сила натяжения. И эти две не забудь. Чем больше натяжения, тем быстрее полетят карты. Приятно иметь дело с образованным человеком. Вот, готово. Прикрепим сверху вторую часть, ведь не зря же я ее делал. Конечно, не зря. Вот так. Замечательно! Но как же они это делают? Сэм, мы почти доделали, а ты опять за старое. Зачем метать карты руками, когда у тебя есть бластер? Вообще-то я уже сделал две заготовки. О, спасибо, Сэмми. Давай скорее приклеим их. И нижнюю тоже. А вот такую заготовку с отверстием для палочки я вырезала сама. Ого, Сью, и когда ты все успеваешь? Ну вот, готово. А вот еще одна картонная заготовка. Но прежде чем ее приклеить, нам нужно ее немного доработать. Что же тут доделывать? Она должна быть гибкой, чтобы мы могли приклеить ее на рукоять. О, Сэм, я совсем забыла. Что? Что случилось? Что-то сломалось? Нет, во время этого проекта мы еще не применяли магию. А так нельзя. Вау, круто! Так быстро и аккуратно. Ты меня так не пугай, а то я уже подумал, что у нас вообще не будет бластера. Прости. Теперь она отлично гнется, и ее можно приклеить к рукояти. Вот так. Отлично. И снизу тоже приклеим небольшую деталь, чтобы завершить рукоятку. Вот этим тоже удобно метать карты. О, пассатижами мы уберем лишние участки зубочистки. Нанесем еще немного клея. Ребята, будьте осторожны с клеевым пистолетом. Вот сюда пойдет еще одна картонная деталька, чтобы не осталось открытых участков. Рукоятка готова? У бластера должно быть дуло, но он же у нас картонный, поэтому наше дуло будет продольным, специально для карт. Он похож на инопланетный лазерный бластер. Да, выглядит неплохо, смотри. И, конечно же, скоба для курка. Все серьезно. Вот, почти готово. Давай полностью закроем механизм, вот так. Ребята, я знаю, что вам уже не терпится. Осталось всего пара шагов.
Нам нужно немного украсить наш бластер. Давайте сделаем картонный магазин. Это придаст нашему бластеру объем и форму. Так он будет выглядеть как настоящий. Секунду, сейчас вернусь. Скорее всего, он не успел доесть мороженое. Так, пока Сэм не видит, добавлю еще капельку магии. Оп! Отлично! Теперь приклеим их к бластеру. Круто! Вторая магическая деталь будет здесь. Неплохо, Сью, неплохо. Но у меня есть кое-что покруче. Например, 5 порций мороженого, съеденных за раз? Нет, Сьюзи. Я решил сделать наш бластер по-настоящему карточным. Вау! Это шикарно выглядит! Ты умница! Осталось только приклеить это к бластеру, и все готово. Ну что, как тебе результат, Сэмми? Выглядит отлично. Осталось проверить его в деле. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Я сделал нам небольшой тир. Итак, заряжаем. Целимся. Бум! Как тебе наша машина? Впечатляет. Дай я попробую. Вперед! Не каждый фокусник сможет такое повторить. Давай зарядим еще одну карту. Ребята, вы тоже можете сделать такой карточный бластер. Это интересно и весело. И подпишитесь на наш канал. У нас тут все серьезно. Ждем ваших лайков и не забудьте нажать на колокольчик. Пока-пока. Кстати, Сэмми, я кое-что забыла.